43 миллиона тенге в Карагандинской области выделили на бесплатные занятия в бассейне для детей с диагнозом аутизм. Из-за высоких цен позволить себе водную терапию до этого могли не все родители особенных детей. Плавание в среднем ребенку-аутисту в шахтерской столице в месяц выходит в 50 тысяч тенге. Регион стал первым в республике, внедривший такой спортивный проект. На занятия уже записалось больше 80 малышей. Подробнее в материале нашего корреспондента Веры Шеллер. Без криков пока занятия в бассейне не проходят. Елена Райнгер, тренер, специализирующийся на работе с особенными детьми. Практика показывает, времени на адаптацию к водной среде ребятам с диагнозом аутизм и ментальными нарушениями нужно гораздо больше. Поэтому для старта нового проекта в регионе тренера прошли специальное обучение. Такой проект имеет место быть. Это нужно и детям, и родителям. На бесплатные занятия только в первый день уже записалось больше 80 особенных ребят. На плавание родители везут малышей не только с Караганды. Здесь и Темиртау, и Сарань, и Шахтинск. Бассейн, по словам медиков, помогает ребятам в улучшении речевых функций. Своего сына сегодня привезла и Карлыга Жумадилова. Женщина рассказывает, после занятий прогресс отмечают даже врачи. Они давно отправляли Артура на плавание, только частные секции семье были не по карману. Мы обрадовались, что наконец нас кто-то в бассейн позвал, потому что обычные тренера нас не берут, а индивидуально платить это очень дорого. 50 тысяч в месяц. Мы не можем себе позволить эту сумму. А здесь это бесплатно, и плюс тренера обученные занимаются почти индивидуально. По словам специалистов, с каждым годом малышей с диагнозом аутизм рождается больше не только в Карагандинской области, но и во всем Казахстане. Если в прошлом году в регионе их было 491, то в этом такой диагноз уже стоит в медкарте у 512 малышей. На спортивный проект из бюджета было выделено 43 миллиона тенге. Вера Шеллер, Дмитрий Оборок, телеканал «Атамикен Бизнес».